шкафа открывается. Это потому, что дверные петли друг от друга трутся. И что делать? Надо уменьшить трение. Как? Смазать петли. Давай смажу, пока помогатор при мне. Давай. Можно я помогу? Можно. Подержишь помогатор. Конечно! Ха! Точно! Ух ты! Что, уже готово? Нет. Конечно! Все, готово! Ты-дыщ! Я пошел. Куда? С горки кататься. Возьми меня с собой. Не, Нолик, у тебя же нет ни санок, ни даже ледянки. Симка, поможешь мне ледянку смазать? Зачем? Она и так отлично по снегу скользит. А, ну ладно. Подожди меня, Нолик. Я тебе приготовлю сюрприз. Ура!
Что случилось? Погоди, я сейчас! Папусь! Папусик, помоги! Кто меня звал? Я иду на помощь! Что тут у вас за шум? Дедус, не ходи сюда! Тут скользко! А? Что вы говорите? Осторожно! Что это было? Это я масло разлил. Зачем? Чтобы уменьшить трение. Приплыли. Не двигайтесь, я вас сейчас оттуда вытащу. И чем тебе трение мешало? Через 5 минут, чтобы все было чисто. Для тебя ледянку сделала. Ой, спасибо. Только зачем мне ледянка без снега? Нолик, смотри, что я тебе принес. Что? Снег. Настоящий снег? Да, теперь у тебя будет своя горка. Вот это да. Вот это сюрприз. И никакой смазки не надо.